У красноярцев отзывают ноябрьские платежки за жилищно-коммунальные услуги с завышенными суммами. Причиной возврата платежек стал технический сбой программы, которая неправильно рассчитала стоимость услуг за тепло и горячую воду. Извещение с корректными данными жители получат позднее, после устранения технической неисправности программы. Информацию о показаниях общедомовых приборов учета, а также уточнение по возврату платежных документов можно получить в единой справочной по телефону 273-02-66.